ура! Ура, потому что настал день, когда можно с гордостью сказать глубоко уважаемые коллеги и друзья. 4 года назад, когда мы приносили документы в Институт психологии и этнологии, каждый ставил разные цели, разные ожидания, делил разные мечты. Может быть, не все они сбылись, не все мы получили, но мы получили более, получили больше. К сожалению, не хватит времени, чтобы перечислять все те качества, за которые мы вас уважаем, любим и ориентируемся на вас. А скажу спасибо от всех, от лица всех студентов и выпускников за то, что вы есть, за то, что вы все не похожи ни на кого, за ваши знания, за ваш труд и за тех друзей, которых мы обрели благодаря вам в стенах этого вуза. Хочу сказать спасибо всем нашим родным и близким, которые здесь сегодня собрались, либо ожидают дома нас, за их поддержку, за их понимание нас, за то, что они у нас есть. Спасибо большое всем. Thank you.
настроение. Все пока что в порядке. Пока да. Хорошо себя чувствуешь. Так, ну что, давайте-ка выясним. Кто вы, что вы, зачем пожаловали? Вы студент РАИ. Да, рисуй про себя РАИ. Получили квалификацию.
этический кодекс вспомним. Нам по жизни его блюсти, чтобы меньше угроз и молний людям встретилось на пути. Чтобы меньше угроз и молний людям встретилось на пути. Все надеются на удачу, но не верят чужим рукам. Да и как же людям иначе, шарлатаны идут и там. Если горе тебя застанет, и надежда едва жива, мы, психологи, точно знаем, как вернуть ей до белых крыла. Мы, психологи, точно знаем, как вернуть ей до белых крыла. Поэтому всех приглашаю на вторую часть нашего прощального вечера. Прошу вас.